К дню празднования Всероссийского дня хоккея по инициативе Федерации хоккея Тверской области пройдет благотворительный матч между командами ТХК «Патриот», в состав которой войдут бывшие игроки ТХК, ХК МВД, сотрудники силовых ведомств и студенческой команды «Тверичи». После матча в кинотеатре «Звезда» состоится благотворительный показ фильма «Капитан Немо» об Иване Ткаченко, игроке погибшей команды «Локомотив». Все вырученные средства будут переданы в дом матери и ребенка. Приглашаем всех желающих.